Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы, мой коллега Константин Генич и я, Георгий Чердан. Да, Георгий, когда еще только подъезжаешь к Манчестеру, уже чувствуется, что весь город живет футболом. Сегодня встречаются два футбольных тяжеловеса – Челси, Ман Юнайтед. Это не только столкновение двух городов, это еще и схватка команд, которая всегда ставит самые высокие задачи. Все дело в том, что именно в острой конкуренции с Манчестером Челси в итоге отвоевал себе место в элите. Сезон вступил в ту прекрасную пору, когда каждая игра в верхней части турнирной таблицы как маленький финал. Все верно. Хочешь поднять над головой трофей, изволь побеждать в каждом матче. Права на ошибку уже нет. Состав Манчестер Юнайтед. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. А известно ли нашим телезрителям, что стадион Олд Траффорд, между прочим, несмотря на то, что он так красиво выглядит, более 100 лет? Но все-таки справедливости ради, Георгий, надо отметить, что несколько раз этот стадион реконструировали. В частности, к чемпионату Европы 96 года. Но после последних реконструкций действительно стадион выглядит суперсовременно. Игроки МЮ разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Посмотрим. Игра должна быть очень любопытная. Уэйн Руни с мячом. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. И выносит мяч подальше Джон Терри. Манчестер Юнайтед будет сбрасывать из-за боковой. Дейли Блинд. Шнедерле. Отлично сыграно. Надо решать. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Очень здорово сыграно. Ну что, это любопытно. Златан Ибрагимович, его визави, Франк Рибери. Что они нам приготовили? Да, думаю, есть все предпосылки считать, что сегодня мы с вами увидим очень хороший, качественный и, самое главное, результативный футбол. В общем, от экранов лучше не отходить. Руни. Константин, вот скажи, что делает Уэйна Руни топовым форвардом? Помимо неоспоримых футбольных достоинств, еще и ментальная сила. Его характер не сгибаем. Звучит свисток арбитра, матч прерван из-за травм. А у нас замена. Замена по эпизоду. Игрок получил травму. Игрок покинул поле. Судья ведет мяч в игру.
Н'Голо Канте. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед вбрасывает. Генрих Мхитарян. Майкл Керрик. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Есть хороший адрес для передачи. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Рибери. Рибери в любую секунду готов забрать мяч. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Отличный удар. Угловой в пользу Челси. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Что ж, Челси сегодня встречается с соперником своего уровня. Матч обещает быть захватывающим. Оба клуба имеют одинаковые шансы на успех. И в таком противостоянии все могут решить какие-то мелкие детали. Рибери. Аксель Вицель. Кейсу Кихон. Это может быть опасная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Манчестер в атаке. Керрик! Такое впечатление, целил в угловой фланг. Франк Рибери. Аксель Вицель. Кейсу Кихон. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Красиво сыграно. Как эффектно. Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что позиция убойная. Отбивает этот мяч Куртуа. Пас с фланга. Этот навес становится легкой добычей защитника. Н'Голо Канте. Потерял он мяч, но кому он достанется? Ушел мяч за боковую. Челси у нас. Терпеливо ждут они своего шанса. И пас обратно. Скучновато. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Керрик. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Прекрасно играет защита. Угловой удар. Мяч у Манчестера.
аут. Антонио Валенсия. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Поактивнее нужно действовать Челси, чтобы забить в этом матче. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Ибрагимович ведет своих партнеров в атаку. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Рибери. Не завидую защитнику, которому предстоит опекать Рибери. Задергает его француз. Рибери. Бей! Его... Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Челси забивает в самой концовке первого тайма. Они хорошо разыгрались ближе к концу тайма. И, наверное, даже жаль уходить на перерыв. Пока игра получается, можно было попробовать забить второй. Итак, открыт счет в этом матче. И с центра начинает команда. Блин. 3 минуты добавлено к основному времени. Шнедерле. Майкл Керри. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Керри. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Ибрагимович. И не точно бьет головой игрок. Он уже как будто видел мяч в сетке, может быть, поэтому и не забил. Нельзя разбрасываться такими моментами, ребята, ведь расплата может прийти незамедлительно. Минимальное количество голов, минимальный перевес, 1-0 пока. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все и изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. У нас начался второй тайм, и после первого счет в пользу Челси. Миши Батшуаи. Кейсу Кихон. Катает мяч перед чужой штрафной. Удар! Опасно! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Антони Марсиаль. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Миши Бачуай. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Кейсу Кихон. Миши Батшуаи. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точны. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Люк
Шоу. Сейчас мы увидим замену в команде хозяина. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Это может быть опасно. Решил пробить. Какой пас проходит? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. И играть еще полчаса. Вицель. Виля. Это может быть опасная атака. Опасно! Оказался на месте Де Хео, но и удар был, скажем так, не самый сложный для вратаря. Ушел мяч за боковую, Челси вбрасывает. Замена у Манчестер Юнайтед. Вицель. Смотрим начало этой атаки. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И как опасно пробил. Штрафной ставит судья. Н'Голо Канте. Удар. На месте голкипер. Все в порядке. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Великолепная игра в пас. Момент! Забивай! Надо забивать и гол! Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле, и нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. Это его второй гол в матче, и это дубль. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Основное время истекает через 20 минут. Антони Марсиаль. Иванович. Гэри Кехер. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Удар! Опасно! Куда? Куда он бил? И самое главное, зачем? Что это вообще было? Ответь мне, Константин, хотя бы на один вопрос. Боюсь, ответ не сможет дать даже он сам. Наверное, это все нервы, Георгий. Другого ответа я не вижу. Антони Марсиаль. Манчестер идет вперед. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Морган Шнедерлен. Такими передачами только смешить оборону. Бросает в бой свежие силы тренер хозяев поля. Действительно, сейчас произойдет замена. Друзья, вы поворот-то бить собирать? Какая техника, как он обращается? Н'Голо Канте! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! И этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи.
На табло 3-0. Это разгром. Крис Смолинг. Андер Эррера. Крис Смолинг. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Сейчас замена будет в команде хозяев. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Витцель. Нет борьбы на поле. Челси атакует и забивает. Проходит оборона соперника, как нож сквозь масло. А поначалу-то мы рассчитывали на серьезную борьбу. Это может быть опасно. Какой удар! Вот это спасение! Ушел мяч за боковую, Челси вбрасывает. Свежий игрок выходит на поле у Манчестера. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Стандартное положение. Угловой. Этот матч Челси выигрывает, и уже нет в этом никаких сомнений на трибунах. Аксель Вицель! А вот сейф нам повторяют. Великолепная игра вратаря. Кехер. Челси идет в атаку. Вот это удар! Они выигрывают, но все равно идут вперед на последних минутах. Хотят забить еще. The referee has indicated there will be a minimum of 4 minutes of added time. Голо Канте. Челси начинает опасную атаку. Вицель. Еще раз смотрим офсайд и видим, что он действительно был, и бригада арбитров не ошиблась. Ибрагимович. Свисток арбитра, игра рукой. Звучит финальный свисток. Победу в сегодняшнем матче одержал Челси. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле покатывает. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате.